очень креативно, оригинально и интересно провели это мероприятие. А Акватери отдельное спасибо за то, что они, так сказать, открыли для меня новые интересные места в нашей Молдове. Больше всего эмоций, конечно, от снайперской винтовки. Я в своей жизни не представлял, что мне доведется это сделать, стрелять из нее. Мне кажется, если не здесь, то где тогда праздновать 23 февраля? Акватери, огромное спасибо. Вообще молодцы. Побольше бы таких мероприятий. Мы готовы их поддерживать. Да, хочу сказать Акватери спасибо за это мероприятие, за хорошую организацию. Всегда Акватера предлагает на различные вот такие вот знаменательные даты. Всегда интересные идеи. Я очень рад, что состою в этом клубе.